Ну-ка, как он победитель? Он же больной. Еле двигается. Ничего не видите, что ли? Больной человек. Уже все, он не соображает ничего. Он просто продолжает что-то говорить. Люди не видят это и издеваются над ним. И то, что Джиган идет с ним на бой, это такая глупость, такая, ну, некрасиво издеваться над больным человеком. У него уже все, у него мозг поврежден. Он такой заторможенный, неадекватный. Он видит, сразу получит по голове, сразу. Он не видит, ни удара не видит, ничего. Чего? Это дичь, что происходит с этими бабаями, с людьми, которые неадекватны уже, все они. Ну, пришло время, его уже начались все вот эти вот сказываться, удары по голове, и это видно. Он уже такой блаженный. Продолжает говорить: Джиган, скажи, зачем тебе это нужно? Ну, то есть жалко человека. А Джиган молодой, крепкий парень. Просто еще больше ему бить по голове человека, у которого с ней проблема. Видно, что там нельзя бить, там ее трогать нельзя. Все, ему надо в покое оставить Александра Емельяненко. Это ужасно, блядь, что происходит. Все хотят с ним драться. Еще этот блогер один, там, дурачок тоже рвется с ним биться. Все, уже все, он не может. Какой бы он ни был кусок мяса, наркоман, он молодой, здоровый парень, который может повредить голову еще в очередной раз. Пропита, не пропита. Здесь не в пропитости дело, а в том, что у него его удары, которые по нему наносили, начинают сказываться. Конечно, плюс алкоголь.